Дорога в центр города редко когда занимала столько времени. 13 февраля водители столкнулись с последствиями ночной стихии. Это мокрый снег, который продолжал идти на протяжении всего дня. Пробки, заносы – лишь малая часть того, с чем столкнулись автомобилисты. Куча сложностей. Заносы. Все куда-то торопятся утром на работу. Естественно, лезут. Маршрутчики наглые. Сложно все. Нечищенная дорога, замерзшая машина. Все сложно. Дороги чистить нужно. На такой машине ни с какими. Отечественный автопром. Вероятно, только на внедорожниках по улицам города проехаться и можно. Но и здесь необходимо соблюдать все требования ПДД в сложных погодных условиях. Госавтоинспекция Рязанской области напоминает, что в связи со сложными погодными условиями всем участникам дорожного движения нужно быть крайне внимательными. Водителям следует с осторожностью проезжать пешеходные переходы и места массового скопления людей. А пешеходам, во избежание несчастных случаев, следует использовать на своей одежде световозвращающие элементы, а также переходить дорогу только по пешеходным переходам. С этим согласны и другие водители. Говорят, аккуратное вождение – залог того, что спокойно доберешься до дома. Поаккуратнее вести себя на дороге. Дистанцию соблюдать. Уступать друг другу. Мы в таком режиме. Пока одни службы город очищают, другие приведены в режим повышенной готовности. В Центре управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС по региону ежедневно следят за дорожной, пожароопасной и паводковой обстановкой. В готовности к реагированию на возможные чрезвычайные ситуации находится аэромобильная группировка в составе 60 человек, 12 единиц техники. С 7:00 13 февраля «Рязанэнерго» также приведено в режим повышенной готовности. В резерве находится 48 бригад, 214 человек, 52 единицы техники, включая технику высокой проходимости. Центр работает круглосуточно. Он будет продолжать следить за погодой и за возможными ЧС. Сотрудники рассказали, как долго природа будет бушевать. По данным Рязанского ЦГМС Росгидромета, до конца суток 13 февраля с сохранением ночью 14 февраля на территории Рязанской области ожидается снег, мокрый снег, местами сильный, метель, гололед, налипание мокрого снега, усиление ветра порывами до 12-17 метров в секунду. В отдельных районах ухудшение видимости в осадках до 1000 метров и менее. На дорогах гололедица, местами сильная. Соблюдать осторожность не помешает что пешеходам, что водителям. Ведь даже если службы города реагируют своевременно, от обилия осадков Рязань это не спасет. Валерий Седов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».